Всем привет, с вами Михаил, и сегодня будет небольшое видео о том, как можно сэкономить на ежегодной распродаже 11.11, получая скидку не только от продавцов, но и воспользоваться дополнительным кэшбэком от EPN, который позволит вам снизить цену еще до 18% от покупки. Пользоваться кэшбэком от EPN можно как на AliExpress, так и на других интернет-магазинах, которые я вам покажу чуть позже. Для того, чтобы воспользоваться данным кэшбэком, вам будет необходимо зарегистрироваться на платформе EPN. Я, кстати, им пользуюсь уже на протяжении 2 лет. И все покупки в интернете совершаю с кэшбэком EPN, что позволяет мне экономить достаточно неплохую сумму. Всемирные распродажи 11.11 они подготовили специальный лендинг с промокодом SELL18, который делает покупки в китайских магазинах еще выгоднее. Активировать его можно 10.11.2018 года с 16.00 по 11.11.2018 года по московскому времени. И можно будет получить повышенный кэшбэк в течение 1 дня с момента активации. Если вы еще не пользуетесь кэшбэк-сервисом EPN, то под видео оставлю ссылку для регистрации и активации промокода. Этот промокод дает вам скидку до 8% на AliExpress, в категории Tmall 2,5%. На Гербец до 9,5% и самый максимальный кэшбэк на Дресселе 18%. А если кого-то из вас интересует, как можно заработать с помощью партнерской программы EPN, то также оставлю ссылку на видео о том, сколько я заработал в прошлом году на распродаже 11.11. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Вам желаю, дорогие мои подписчики, удачных покупок. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч. Пока.